Я делаю небольшую панораму реки, куда мы приехали. И горы невысокие, а реки как таковой нету. Там где-то ручеек идет, хотя и была большой ливень был, но речке это ничего не дало. Мы сейчас находимся на реке. Вот там вдалеке машина Танаса. Он стоит, Ираклис. Сегодня будет транспортировка камня из реки в направлении к нашему дому. Не знаю, как это получится, потому что камень очень тяжелый. Его вчера увидел Танас. Мы сегодня утром были и решили, что стоит его забрать. Привезли какие-то сетки, веревки, крючки. Ну, сейчас посмотрим, как это будет происходить. Это Ираклис уже освобождает от окружающих камней. Камень вообще представляет собой форму яйца, но неправильную, не совсем хорошую. Но, тем не менее, понравился им. Работа на коленях вовсю. Танас оставил машину далеко и теперь едет поближе к камню. Судя по всему, технология будет такова. На сетку этот камень погружают, а потом будут тащить машины. Вот Ираклис уже сетку подставил. Будем смотреть. Танас зацепил ленту широкую за машину. И вот сейчас посмотрим, хватит ли этого всего. А с другой стороны Ираклис с лентой. Вот они встретились. Чуть-чуть потянуть, и здесь сетка. Трос с красными флажками, как на волков. А то написано, то не надо, и перевяжем. Это фай, это копс. А, сетку. Хотят упаковать хорошо в сетку. Сейчас они завяжут это. Надеемся, что камень закрепили хорошо. Танас пошел за машиной. Танас садится в машину и будем наблюдать. О, пошел, пошел, пошел. Вытащили на более-менее ровное место. Танас развернулся. Сейчас опять потащит. Поехал. О! Они решили его здесь оставить, а завтра утром привезут доски. И будут загружать в машину. Ирина, а ты в галлоне ты сетка? Очередь. Тимми, ты сетка? Это в галлоне ты сетка, какие будем катить? Ну, все равно в гальце мотель. Эти там спидепс. Просто посмотри. Дай галлоне, сейчас я покачу. Берем, 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 берем. Я уберем. Да, камешек весом. Хорош. Абсолютно, блин. Я френ. Вот и все. Оставляете? Еще, еще. Хватит. Да ладно. Хватит. Кто-то здесь у меня.
Από πίσω το καρφώσουμε και να θα έρθει εκεί, τσακ. Μου στέλνει να βρούμε και κανένα λάστιχο μέσα. Να Обсуждают, как завтра будут его грузить. Ой, я там акции. Оставляем камень до следующего утра и уезжаем. Мы приехали на следующий день вечером. Вот уже с такими инструментами. До нас возле машины. И вот этот вот камень жив-здоров, ждет нас. Сейчас будет транспортировка. Вот строят такие перекладины. Поскольку без этого камень в машину не загрузить. Строят вот такой подъемник, как египетские пирамиды строили. Там, наверное, тоже такие же подъемники были. Вот тут технология какая. Смеются надо мной. Я им советы даю. Они надо мной смеются. Да, они не слушаются. Никакого порядка нет. Ну вот. Началось. Он круглый. Перемень, перемень. С той стороны. С той стороны иди. С той стороны. Стоп, 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 перемень. Та подъем и давай скат об тут. Да. 300 килограмм, а то кратай. 300 килограмм, говорит Танас. Камень в машине. Все. Можно ехать. Теперь как там сгрузить во дворе? Вывалим и все. А как, машину перевернешь, что ли? На попа? А сейчас разбор. Мы тут все карфоны, сэр. Вот и приехала Каменюка во двор. Куда поставить, не знаем. Бросят в угол, а там будем думать. Сначала сделали, потом подумали. Теперь он делает всякие зигзаги, чтобы подъехать хорошо. И можно было бы скинуть этот камень. Вот опять такой же процесс. Опять дорожка. Все? А валами только все выкинуть. Вот теперь вдвоем. Камень очень тяжелый. А вы не хотите его пустить, пусть он сам катится? И прибыл на землю. Вот и нашли место для камня. Поселили его в углу. Спасибо, что посмотрели. До свидания. До новых встреч.